Холодец с сельдь под шубой оливье – это традиционные блюда на любом праздничном столе. Но студенчество – это отдельный эпизод жизненного пути, где не придерживаются консервативных и скучных традиций. На вопрос о том, чем балуют себя рыбницкие студенты в Татьянин день, молодые люди весьма своеобразно ответили, удивив даже корреспондента. Консервы какие-то, каши, воду обязательно. Вода. Что-нибудь, печеньки. Вот. Бутерброды. Бутерброды. Хлеб. Колбаса, сыр. И этот, как его? Термос. Чтобы чай попить. Холодные дни. Ага. Согреться. Ага. Продукты питания. Спички. Нет, это же не продукты питания. А, да, продукты питания. Спирт. Водка. Ну вот, да. Еще свечи. Тушенка. Что еще? Хлеб. Сосиски. Чай. Воду. Картошку, хлеб, воду, баклажаны, не знаю, все. Помидорчики, огурчики, картошку обязательно, зелень, петрушка, укроп. Тушенка обязательно, макароны и казан, горох и все. Ну, всякие овощи обычно, бутерброды мама делает. Яблоки. Колбаски, хлебушка, паштеты. Ну, водички, конечно. Мясо, тушенку, хлеб. То, что не портится. Молочный сок. Вы, конечно же, поняли, что вопрос от корреспондента был несколько иным. И звучал он так. Ответы и вопросы перевертыши, как юмористический розыгрыш, журналисты Лик ТВ решили провести накануне Дня студента и поздравить таким образом с праздником. Ирина Шлаева, Наталья Алексеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.